Преподаватель, доктор из университета Нижнего Дуная в городе Галац Джорджана Чеботару сообщила, что в первый день было зачислено 10 магистров, а во второй день более 10 желающих, которые будут обучаться в университете на румынском языке. 20-25 locuri la masteratul limba română, deschidere și identitate culturală. Есть около 25 мест с румынским языком обучения на трансграничный факультет. Первоначально они должны предоставить диплом на степень бакалавра, диплом лицензиата и соответствующие документы. Они должны заполнить заявление, декларацию и предоставить удостоверение личности и загранпаспорт. Этот проект инициирован деканом факультета Джиной Авророй Никула. Как и каждый год, университет Нижнего Дуная в Галац принимает студентов, которые учатся в течение 2 лет на румынском языке. Республика Молдова, Кубурса. В настоящее время трансграничный факультет является одним из самых динамичных в Галацком университете Нижний Дунай. Координирует культурные и исследовательские проекты, а также учебные программы Молдовы в Украине и адаптирован к требованиям рынка труда и потребностей студентов. Майя Садович, Сергей Георгиев, Мария Казаку, новости.